встретили Новый год с молитвой, благодаря Господа за все, что принес уходящий год, и прося благословения Божие на предстоящий. В храмах и монастырях Улан-Удэнской епархии прошли ночные богослужения. А в Свято-Адигитриевском кафедральном соборе глава Бурятской митрополии совершил молебен на начало Нового года. Подробности в сюжете епархиальной пресс-службы. Помолиться перед чудотворным образом Божьей Матери Адигитрия Югская и спросить у Господа благословения на предстоящий год. Такова благочестивая традиция, заведенная в Свято-Адигитриевском соборе города Улан-Удэ. Молебен, который совершается в последний день уходящего года после вечерней службы, возглавил митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф. В своем напутственном слове владыка отметил, что в первую очередь на этом новогоднем молебне мы благодарим Господа за все то, что Он посылал нам в уходящем году. По неразумию своему мы даже подчас не знаем и не понимаем, какие благодеяния Господь посылал нам. Но и за эти благодеяния мы должны благодарить Господа. Не будем же неблагодарны, будем просить Господа о том, чтобы Он принял наше благодарение за все, что Он посылал нам в уходящем году. И вместе с тем, конечно, мы мыслью простираемся в будущее и просим Господа, чтобы Он не лишал нас Своей милости в году наступающем. В ходе молебна, после пения тропарей и прочтения апостольского зачала, а затем Святого Евангелия, все молящиеся вместе с архипастырем и духовенством преклонили колено. Прозвучали слова молитвы. Сохрани богохранимую страну нашу, власти и воинство ее. Умножи дни живота их в непоколебимом здравии и во всех добродетелях преуспения им даруй. Подашь свыше благая твоя и всем людям твоим здравие же, спасение и во всем благое поспешение». Затем все собравшиеся приложились к чудотворному образу Богородицы Адигитрии Югской, прося Царицу Небесную, чтобы она была нашей защитой и покровом, чтобы она даровала нам свою помощь и свои благодеяния. Сегодня в храме мы собрались вместе с нашим владыкой, с братьями, с сестрами, по-христиански праздновать, можно сказать, новолетие. Помолились вместе, отслужили молебен. Ведь встреча Нового года – это не самое главное посиделки за столом или еще где-то. Это молитва. Это молитва благодарность, как сказал владыка, за ушедший год. И молитва просьба, чтобы мы пережили следующий год достойно, без искушений, в здравии, в телесном и в душевном. Подходя ко кресту, каждый из прихожан получил благословение своего архипастыря на наступающий Новый год. Наталья Шуплицова, пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.